Привет, друзья! Тебе нравится слушать подкасты? Это суперэффективно для изучения русского языка. Оставайся до конца этого видео. В конце я объясню новый проект. Привет, друзья! Учим русский с историями. В этом подкасте рассказ «Человек, который выполнял правила». Слушайте подкаст до конца. В конце подкаста мы посмотрим, чему нас учит эта история и какое отношение она имеет к изучению русского языка. Не забудьте, что транскрипция вас ждет на странице www.russianincontext.com. В ней вы найдете все трудные слова и выражения. Вы готовы? Поехали! Эта шутливая история рассказывает об англичанине, который всегда выполнял все правила. Его звали мистер Том. Он служил на железной дороге. Станция, на которой он служил, была очень маленькая. Здесь останавливалось не более 2 поездов в день. И мистер Том был и стационным мастером, и носильщиком, и сигнальщиком одновременно. Если сказать правду, вся работа, была, которая была на станции, выполнялась мистером Томом. И не было в Англии человека счастливее его. Станция была его гордостью. Зал ожидания был убран каждый день, стулья были вымыты, билеты были проданы, деньги были посчитаны и сданы. Тебе понравилось начало этого подкаста? Это было только начало. Тебе понравилась тема, сюжет этого подкаста? У тебя есть 2 возможности. Первая возможность. Ты можешь послушать этот подкаст на странице www.russianincontext.com. Вторая возможность. Ты можешь послушать его также бесплатно на Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ссылку на подкасты найдешь в описании. Ты хочешь обсудить или поговорить со мной на эту тему или любую другую лично? Ты хочешь потренировать свой русский язык? Запишись ко мне на пробный урок. Ты найдешь меня на странице iTalki in a Russian in Context или на моей странице www.russianincontext.com. Забронируй первый урок в 30, 45 или 60 минут по желанию. На какой платформе ты больше всего слушаешь подкасты? Этот вопрос меня очень интересует. На какой платформе ты больше всего слушаешь подкасты? Этот вопрос меня очень интересует. Напиши ответ в комментариях. До следующего подкаста. Пока-пока!